Доброго дня. Сьогодні ми проводимо розмову з новообраним депутатом Славутицької міської ради Дмитром Баглаєвим. Розпочинається нова сторінка п'ятирічної діяльності нового депутатського корпусу, до якого славутицькі обранці готувались досить серйозно. І сьогодні пропонуємо несерйозний підхід до серйозних питань. Як ви зрозуміли, у нас сьогодні в студії Дмитро Баглаєв, новообраний депутат восьмого скликання. І в чому несерйозність, зараз я вам розкажу. Я відразу спитаю, у нас зустріч робоча офіційна чи бесіда, дружня бесіда? Дружня бесіда. Тоді, з вашого дозволу, я перейду на російську мову, тому що на мій сором я ще не настільки володію українською, щоб якось емоційно чи з якоюсь термінологією розповідати. Тому, якщо можна, російською. Я не заперечу, як тобі буде зручно. Спасибо. Але я буду навчатись, як я казав на першій сесії, буду навчатись, щоб досконало знати українську мову. Як молодіжна рада. Добре. Тож, розкажу тобі про процес, як ми сьогодні будемо з тобою спілкуватися. Дивись, в мене є такі папірці. На них є такі досить цікаві питаннячка. І вся несерйозність буде в тому, що ми їх туди закидаємо. І ти починаєш крутити барабан. Дістаєш одну стрічечку, даєш її мені, я зачитую тобі питання, і ти, Оля, відповідаєш. Окей. Всегда боязно делать что-то неподготовленным. Не знаю, ни вопросов, ни тематики, ничего. А когда идешь куда-то неподготовленный, то кажется, что ты как будто бы голый. Но мне нравится, что мы на серьезные темы будем несерьезно, да, как ты сказала, разговаривать, потому что очень много глупых вещей делается с серьезным обличчем. Так, вот здесь одна морщина. Так, це вірно. Отже, розпочинаємо. А приз, а може бути? Звичайно, приз – це буде твій авторитет. Ти читаєш, я читаю. Як тобі завгодно? Мені, звісно, удобніше, щоб ти, але краще буду читати я. Я знаю, дивись, в мене всі вони написані. Тому що, коли я недавно смотрел вдома вот эти інтерв'ю кандидата в мери, мене прям позабавило навыки чтения украинских вопросов. Это досить цікаво. Поэтому будет честно с моей стороны читать сейчас самому. Раз я добре с этого позабавился дома. Опишите свой рабочий день. Питание номер 11. Давай. Что это значит? Так, это значит, у нас взагалі 30. Так, рабочий день. Ну, на самом деле, в этом и есть интерес моей работы, что рабочий день не похож один на другой. Плюс есть некоторое отличие рабочего дня до этого злочастного карантина и вот сейчас. Потому что сейчас, откровенно, я большой кусок времени работаю на дому. Онлайн. Да, вся работа такая проектная, какая-то процедурная, я делаю ее откровенно дома. Ну, мне просто, потому что прошлый кусок своей жизни я вообще работал на дому, а потому легко себя дисциплинировать. Также большой кусок работы происходит в городе, на улице. Даже сейчас, вот в период, когда многие проекты закончились, вполне логично, из-за просто конец года, погода, там, конец финансового года, но все равно постоянный какой-то поток запросов, завершаем всякие хвосты по всяким проектам и часть работы на улице. Но конкретно распорядок дня, у меня есть такая интересная штука, я взял одну неделю своей работы, это было летом, и прямо поминутно практически, там, по часам писал с понедельника по пятницу, а там еще и захватились выходные, каждое свое действие на работе. Mm-hmm. Чтобы посмотреть, ну просто оценить вот время работы, лажаю я где-то по времени, можно ли работать больше или наоборот, надо работать меньше. И дал такое задание в своем отделе, чтобы каждый такое сделал. Результат? Мы должны были этот результат положить на стол мэру. Это наша была внутри нашего отдела такая инициатива. Сначала самим проштудировать результаты, такую статистику выбить, кто сколько работает, а потом показать мэру, что вот смотрите, мы вот эту неделю работаем столько, там, после работы берем на дом такой кусок, или наоборот, вот мы чаи гоняем всю среду, например, я. Такого нет, но я так, к примеру. Так что на этот вопрос могу прямо письменно даже ответить, у меня есть
розпорядок моєго робочого дня. Якщо будуть в когось питання звертатись до Дмитра, він вам скине там весь свій лист, як він працює. Могу сказати, що сьогодні, конкретно от сьогоднішній робочий день пройшов не зовсім типічно, тому що я вивалив на робочий стіл всі матеріали, які складував в течение цього року, не закончені, либо в процесі, і просто пришлось перебрати, тому що скопилось стільки діл і стільки бумаг, що вже складно як-то систематизувати. А моя професія архітектора, вона як-то приучила з самої юності всю свою роботу чітко систематизувати, іначе у мене якась фізична паніка починається. Я нічого не знайду, я не знаю, що мені робити, я нічого не успію. Зрозуміло, цікаво. Давай далі. Вроді би легко йде. Ну давай, це тільки перше питання. Так, опозиція чи діюча влада? Цікаве питання. Нічого здесь для мене нет такого двозначного. В оппозиции всегда быть очень просто, прям до примитива просто, потому что никто от оппозиции не ждет созидания. Такова, наверное, природа оппозиции. Я не знаю, я не политтехнолог, там, не социолог, но, наверное, умные в этой сфере люди назовут это каким-то умным словом. Но оппозиция – это всегда какая-то борьба, какой-то дестрой или какой-то критика, либо критиканство. В этом плане оппозиции намного проще. Власть, особенно наша, вот в нашей украинской ментальности, всегда, всегда в проигрыше. И завжди критикует. Всегда критикует, причем практически всегда по делу. Но при этом все равно... Все равно власть обязана что-то делать. Працювати. И обязана что-то делать, и делает. Но ее проигрышная позиция в том, что бы она ни делала, мы всегда будем недовольны. Всегда. И поэтому у нас, к счастью, либо к сожалению, постоянная чехарда с властью. Одни сменяют других, потом те меняются, потом какие-то реваншистские. Наверное, в плане какого-то... такого системного развития, это, наверное, это не очень хорошо, потому что по опыту развитых обществ мы видим, что общества развиты те, которые имели большой период какой-то стабильности, и политической, и экономической. Когда эти изменения происходят постоянно, очень сложно что-то построить такое системное, правильное. С другой стороны, на примере других стран мы видим, что сменяемость власти – это все-таки позитивный путь. Можно знать и позитивно. Так что да, здесь и так возможно. Но мой выбор, конечно, в контексте этого вопроса, власти всегда тяжелее. Но из этих двух данность что-то созидать лежит только на власти. И благо оппозиция эту власть со временем заменяет и на своей шкуре примеряет все эти... Как им кажется, благо власти. Так, все, поехали дальше. Так, давай. Ой, там длинный такой вопрос, не хочу брать. Будешь отповедать там по 2 хвилини. Так, да, это болячка неопытного человека, который выступает на камеру, говорит много лишнего. Мы будем отвечать достаточно швиденько. Когда готовишься заранее, то прямо пишешь текст, каждое слово отчеканено, и тогда хорошо. Давай. Чи планируете объединяться с какими-то политическими силами? Чи потрібно объединяться взагалі? Внутри своей команды, с которой мы зашли в городской совет, на эту тему у нас вполне однозначное мнение. Нам не надо объединяться вот ради объединения, ради каких-то там громких заявлений или каких-то там политических вопросов. Мы готовы объединяться точечно по каждому отдельному проекту. Если понадобится ситуативно объединиться для какого-то действительно классного проекта для города, чего-то полезного, мы это сделаем. Конечно, существуют некоторые даже личностные ограничения,
даже в чем-то, может, политические, но здесь я стану на сторону тех, которые считают, что все-таки в приоритете прежде всего польза для города, польза, которую ты можешь дать на своей работе, а потом уже политика. Поэтому да, коротко отвечу, да, готов объединяться. Заради блага. Да, особенно по каким-то конкретным проектам с удовольствием. Об'єднатися одразу, а потім обсуждать, для чого ми це зробили. Ні, це не наш путь. Вот так. Дякую. Давай далі. Ох, тут і холодно. Ви сказали, не можна об этом говорити. Так. Чому ви вирішили стати депутатом? Була якась визначальна подія, яка вас підштовхнула до цього рішення? Ну, все ж добре було в тебе. Працюєш, депутат. Ну, в моєму випадку, мабуть, стоит здесь вопрос написати не депутат, а вообще пойти, що подтолкнуло вообще пойти работать в органы местного самоуправления. Потому что касаемо депутатства, ну, в моєму випадку, это не какое-то большое изменение. Я и так работал архитектором, а депутатство лишь... Ну, лишь поможет выполнять мою работу более эффективно, я так это вижу. Не вижу чего-то в этом такого, что прям взвалился на меня такой огромный кусок работы, которого раньше не было, а вот сейчас я его понесу на плечах. Нет, работа была та же, просто я это смотрю как способ эффективней. Додатковые возможности. Да. Какого-то конкретного такого события не было. Даже больше скажу, я привселюдно заявлял, нет, не пойду в депутат. Никогда не пойду. А чего пішов? Никогда не пойду в депутаты. Мне это кажет, что вы там собрались, бездельники, сидите, руки поднимайте, все равно это не вам делать. И, кстати, работая внутри исполнительной власти, в этом есть, в этой фразе, типа, все равно это не вам делать, есть некая доля правды, потому что все равно... Вот сейчас меня, наверное, покритикуют депутаты, особенно прошлого созыва. Все равно все, что там мы наголосуем, все равно выполняют совершенно другие люди. Физически депутат не делает, в основном не делает того, за что голосует. Физически депутат не разбирается в тонкостях, во многих тонкостях тех вопросов, которые голосуют. Блин, а сейчас столько лишнего наговорю, наверное. Ну, тоді ми можемо закінчити відповідь на це питання. Ну, така інституція исполнительної і законодательної власті, звісно, вона повинна бути. Це от той некий баланс, який держить, либо держить все в порядку, либо хоча б дає шанс на качественну, упорядочену роботу. В моєму випадку такого события определенного не було. Я не хотів йти в депутати, вважав це повною ерундою. Прослужив 2 роки на должності архітектора, во мне, ну, произошла, наверное, какая-то профессиональная эволюция, может, социальная. И я решил, что это надо делать. Ну, то есть, не сделаешь это ты, как и во всех вещах, это кто-то сделает для тебя. Поэтому, если ты берешь на себя ответственность кого-то критиковать или говорить, что ты делаешь неправильно, я могу сделать лучше, или это надо делать так, берешь на себя и пробуешь сам делать. Возможно, через 5 лет я скажу, вот это было сложно. Я преклоняю колено перед всеми, кто был до меня. Вот это вы были крутые. Или наоборот, скажу, вот это я был прав там 7 лет назад. Ничего не изменилось так. Ну, потом, не знаю. А почему пошел работать в органы местного самоуправления? Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Опять же, это, наверное, какая-то личностная эволюция. Возможно... Ты не знаешь, но я уже работал в исполкоме 2 недели. В Славутицьком? 10 лет назад, да. Не, не знаю. 10 лет назад работал в исполкоме, тоже в отделе архитектуры. Меня туда затащил, по-хорошему сейчас говорю, Юрий Острянин. А я уже тогда работал частным архитектором на вольных хлебах, свобода, 2 дня в неделю рыбалка, детей нет. Говорит, Дима, работа интересная, сможешь самореализоваться, это же совершенно другой уровень. Тут ты работаешь в своем мерке, а здесь вот целый город. Великие возможности. Да, я пришел тогда, 10 лет назад. Мне хватило 2 дня, чтобы понять, что там нет архитектуры.
Ну, то есть вся моя архитектура была вот в площади такого рабочего стола, какие-то бумаги, что-то надо делать туда, подписывать или... Ну, вообще, и близко я тогда не проникся. И естественно, я сразу сказал, не-не-не, не мое, спасибо, я, наверное, не готов, не дорос еще, не моя это еще религия. Треба вот подорослишить. Спустя 10 лет, да, там появились дети, любой нормальный человек многое переосмысляет, и, наверное, настал тот момент, что просто захотелось это... Ну, опять же, возвращаемся к тому, что это должен... Либо это делаешь ты, либо это делают за тебя. Тем более, это мой город. На такой вольной работе уже наработался. Особо там уже интересного ничего не было. Ну, как смена, в общем, смена этапа жизни. Досить такая цікавая змена відбулася. Ну, так? Да. Давай далі. Не сказал сейчас лишнего, холиварной темы. Давай-давай, покрутимо трошки его. Потом огромная мотивация дети. Когда не было детей... Відповідальності такой не было. Когда не было детей, все детные люди какие-то банальные фразы говорят. Вот появятся у тебя дети... Ты поймешь, что это такое, и ты думаешь, да-да-да, давай, чеши там, и без тебя знаю. А когда дети действительно появляются, ты понимаешь, что да, вот это мудрые были люди. То, что до этого было, неважно. Поэтому, я так плавно подвожу, очень многое, что сейчас приходится делать, я думаю, это присуще всем родителям, ты делаешь лишь для того, чтобы это не делали твои дети. То есть надо сделать как можно больше такой неблагодарной, сложной работы. Чтобы нашим детям было краще жить. Да, в надежде, что когда твои дети подрастут до твоего возраста, они уже не будут этого делать. Либо будут делать не в такой мере. Давай далее. Ваша особистая история с містом. Як ви сюди потрапили, коли та чому саме Славутич? Меня связала с городом любовь. Твоя дружина. Да. Меня связала с городом любовь, просто моя жена отсюда, мы познакомились в Киеве, когда учились в школе-интернате. Это такое учебное заведение специальное, где параллельно с общеобразовательными предметами были специальные предметы, в нашем случае архитектура. Там были еще очень забавные предметы, даже у архитекторов, это пластическая анатомия. Мы лепили свободные от кожи тела. Например. Так а чому приїхали в Славутич? Можна ж було залишитися, да, в Києві чи поїхати в будь-яке інше місто? І ми познайомилися там з моєю нинішньою жіною в цій школі-інтернаті, потім отучились в університеті і працював перше час я в Києві. І жили ми в Києві, як всі люди того віку на всяких зйомних квартирах. У яких немає дітей? Да. У нас не было детей, но у нас была собака, еж, попугай. Ежак? Да. И я могу продолжать список, они не все единоразово были, но там крысы, ворона. Могу продолжать, в общем-то, у нас были животные, они сменялись, пока мы не пришли к собакам и в конечном итоге уже к детям здесь. Ну, все починалось с ежечки, птахи. И какое-то время после учебы, да, мы жили еще в Киеве. Но моя работа позволяла работать удаленно. А все наши хобби, такие семейные, связаны с аутдором. Аутдор, там рыбалка, лес. И просто в какой-то период мы решили, что ну, нет смысла жить в большом городе. Во-первых, тратиться на съем квартиры. Во-вторых, ну, нет этого комфорта жизни. Аутдор далеко. Да, есть люди, которым подходит жизнь в большом городе, есть люди, которым не подходит. Нам, видимо, не подходит. В большом городе есть свои плюсы, но эти плюсы можно использовать и живя в Славутиче. 2 часа до Киева ничего не стоит. И в какой-то момент, да, мы переехали в Славутич. Ну, просто потому что жена отсюда. Могли переехать, наверное, там, где я вырос, но это вообще далеко. Не шкодуешь? А где далеко? Где далеко? Измаил. Я там не родился, но там вырос. Это город на самом юге Украины. Самый-самый юг. Там река Дунай и Румыния через берег. А главное, там тепло, много фруктов и рыбалка. Рядом море. Нет, конечно, не жалею. Ну а как можно жалеть там? Во-первых, о том,
о чем ты не знаешь, как бы повернулось по-другому, а во-вторых, я полностью счастливый, у меня классная семья, я живу в классном городе. Крутая работа. Работа. Нет поводов чего-то сожалеть. Давай дальше. Що там? Латаємо дірки чи створюємо нові об'єкти? Таке цікаве питання. Це один із самых важных вопросов, опять же, в моей нынешней работе, потому что есть вал действительно системной работы, которую я считаю необходимо делать и необходимо к ней приступать еще вчера. Но мы вынуждены постоянно делать по точку. И отодвинуть ее в сторону нельзя. Можно, наверное, как-то оптимизировать свою работу. И это уже вопрос ко мне, к моему отделу. Это надо делать, да. Но в городе действительно накопилось столько таких поточных бытовых проблем, не только благоустройства, не только в моей работе, а вообще. Взагалі. С которыми мы теряем время решения каких-то системных, перспективных вопросов. Но в обратную сторону, сейчас кинув все ресурсы на эти системные перспективные вопросы, мы просто загубим то, что является вот этой необходимой поточной работой. Поэтому здесь какое-то должно быть очень мудрое, взвешенное решение, как и во всем должен быть какой-то баланс. Выбирать какие-то приоритеты из латания дыр, и также выбирать приоритеты с больших таких системных вопросов. И как-то их параллельно делать. Вот это и есть... Задача мудрого руководителя, как это все вместе связать. В тебе виходить? Нет, наверное. Я еще этому учусь. Если бы у меня выходило, то я бы ответил на этот вопрос более сжато. Вообще это профессиональная такая черта, всегда быть неудовлетворенным своей работой. Коли воно тебе починає задовольняти, значит ты вже все, стоп, треба змінювати діяльність. Давно остановился и давай освобождай место для кого-то другого. Но конкретно в этом вопросе я точно далек еще. Ну давай далі. Чому саме ця партія? Багато ж партій було. І пропозицій теж було багато. В тебе особисто, знаю, дуже було багато пропозицій вступити в ту чи іншу партію. Чому? Чому голос? Несколько причин. Во-первых, те предложения, о которых ты говоришь, далеко не всех в тех командах, далеко не с теми в тех командах я готов работать плечо к плечу по разным причинам. И в какой-то момент появилась идея пойти собственным проектом. Ну, во-первых, это интересно, во-вторых, полезно. Интересно в плане личном, потому что одно дело идти хвостиком, делать то, что тебе рекомендуют, будет, да, и другое так. Дело попробовать построение своей собственной команды. Это интересно. А полезность в том, что, как оказалось после выборов и во время, команды строятся по каким-то своим определенным социальным законам. И я заметил, что... Весь состав команд очень схож ментально, либо по характеру, либо с их лидерами. С керівниками, так? Да, этих партий здесь на месте, либо с такой общей эмоцией партии. И в этом плане, вот это я сейчас уже оценил после выборов, в этом плане очень полезно, мы получили команду действительно тех, которые... Однодумцев. Очень близки, да. Они не обязательно единомышленники. Внутри команды всегда есть какие-то не совсем... Действительно, не совсем единые мысли по каким-то вопросам. Но ментально эти люди близки, а потому решения, которые они принимают, будут строго определенного характера. Я, наверное, запутанно говорю. Ну, так я. Если так суть вывести, то в нашем случае получилась команда как какой-то собирательный образ одного человека. И мне нравится то, что у нас получилось. Будь я в другой команде, я бы, наверное, растворился в чужом образе. А так у нас получился такой свой уникальный. И мы команду продолжаем еще формировать. Я думаю, все-таки починается, да, так? Да.
А почему именно эта партия, я не с того начал, вопрос был, почему именно это? Потому что не хочется нести на себе чужое знамя, чужие косяки. Законодательство так было построено в этот раз, что принимать участие в выборах можно было только от имени какой-то партии. Так, так. И даже после выбора, даже после принятия решения идти отдельным проектом, все равно было несколько вариантов, но многие из этих вариантов были с разной степенью невменяемости касаемо партии. А это оказалось то, что называю чистый проект. Ну, как бы сказать, в чем зашкварился голос, и так и нельзя. Об их достоинствах знает тот, кто в политике чуть-чуть дальше, чем... Кира досить такая відома дівчина. Да. Молода, амбітна. Об этом знаешь ты. Основная масса людей, которые о политике знают лишь с ТСН, например, или с каких-то других всеобщих каналов масс-медиа, то и не знает ни о достоинствах, ни о недостатках. То есть такой чистый проект, в котором не надо будет на себя напялить чужое знамя, тащить чужие косяки, но и самому... Можно наробити своих. Ну да, но и самому и выправити в ответ нести ответственность, потому что все-таки эта партия представлена в Верховной Раде. Круто, поехали далі. И к честі этой партии нам со штаба в процессе выборов не было каких-то очень жестких указок. Делайте так, не делайте так. Это большая ценность. Было всего несколько таких принципиальных моментов, и я их сейчас не хочу озвучивать, чтобы... Це вже не важливо. Да. Це вже пройшло. Но их всего несколько было, я их прекрасно понимаю, а остальное все было в такой философии. Вы здесь по месту, вам виднее. Це дуже круто, коли можна такі робити. Що там в тебе? Яких професійних успіхів вам вдалося досягти на вашій роботі в нашому місті? Ну, такий самий-самий такий вдалий проєкт твій. Самый удачный проект, я считаю, то, что об архитектуре, как об работающем отделе, стали, в принципе, знать. Это все відповідь. Это на самом деле очень важно. Большинство проблем в городе, связанных с не просто с непосредственной работой каких-то отделов или структур, а связанных вот с взаимоотношением власть населения, связано с тем, что недостаточна информация, например. Зараз дуже багато інформації про архітектуру. Навіть на місцевому телебаченні твої оці прикольні такі відосики. І я считаю, самое большое достоинство, может быть, это не совсем касаемо непосредственно вот архитектуры, это в том, что мы наладили некую связь между є фідбек нашей деятельностью, населением Славутича, и вот в этой связи просто удобнее работать. А про такие конкретные проекты даже, наверное, не хочется говорить. Я тут банальщиной такое отделаюсь. Всегда. Может, он еще попереду? Да, вот этой фразой. Да. Ну, давай далее. А есть очень много крутых проектов, которые, я надеюсь, начнут реализовывать в следующие 5 лет. Им, возможно, мое депутатство в этом поможет. Як друзі, родина сприймає ваш новий статус? Чи відчуваються зміни від додаткових обов'язків? Сім'я, родственники. Эта історія, опять же, в моєму случае началась не сейчас, а с момента начала службы в органах местного самоуправления. И сім'ї і друзям намного тяжелее, чем мне. Потому что... Чтобы не подвести тебя, так? Потому что они, к сожалению, сидят в тех же социальных сетях, в которых и мы все. И... Все читают. И в природе человека ведь запоминать самые поганые, отвратительные слова. Я выработал в себе уже, к счастью, это... Ну ты... Я, как подивлюсь, ты... Мабуть, всім відповідаєш, де тегою твоє прізвище, ну, так? Ну, стараюсь відповідати. Це ж багато часу на це йде. Наверно, да. Надо, кстати, задатися целью і відслідити. Багато часу на це йде, і там досить такі розвернуті я відповіді. Я себе самообманываю тим, що це треба для роботи.
Это часть информационной политики. А родині як? Тяжко там? Дружина, нема в неї бажання відповісти там? Єсть постійно, особливо на какие-то гневные, там, невменяемые есть. У меня прям есть подборка комментариев, они просто за гранью, я, возможно, когда-нибудь. Есть, но она к ее чести терпит, не отвечает. Но просто читать это неприятно. Поэтому куда здесь смотреть, в какую камеру? Вот сюда. Поэтому всем, кто хочет написать какие-то глупости или непотребства, пишите в личку. Просто ради родственников того человека, кому вы пишете. Не обижайте их. Пишите в личку. В личку можно больше написать. Что там еще было? Статус. Статус, так. Это какое-то ругательское слово, ругательное для меня. Да, вот удостоверение, вот это депутатское, этот значок я... получил, пришел и положил в тумбочку, даже не достаю его, не хочу туда смотреть. У нас такой стереотип, депутат значит бездельник и вор, и что-нибудь еще там. Ну, что-нибудь еще в таком плане. Это очень добрые слова. Да, что-нибудь, что-то нехорошее. В этом отчасти виноваты. Виновата и политическая культура. За все это время и социально, наверное, тоже общая культура. Но не суть, кто виноват, вообще у нас это воспринимается не очень хорошо. Поэтому я не считаю это слово «статус» для себя вообще каким-то уместным, чтобы его упоминать. Я хочу вообще от этого отделиться. Дмитра Баглаева нема статусу. Не хочу с этим иметь ничего общего. Змины, дотков обов'язків. Еще не успел эти изменения прочувствовать. У нас была только одна сессия, она была такая... Урочисто. Да, праздничная. Насчет дополнительных обязательств ожидаю их в будущем. Вот. Добре. Следующая сессия уже некоторые обязательства, наверное, добавят. Добре, поехали далі. Якщо я вибір бути депутатом або мати власний бізнес за кордоном. Що береш? Що дасте перевагу? Що береш? Ну, да, такой вопрос. Знаете, из разряда там детских каких-то вопросов. Ну, дитячий на дитячий. Шварценеггер или... Или Сталлоне. Но что тут кривит душой? Конечно, уже будучи в зрелом возрасте, надо думать не просто о каких-то романтических своих порывах или какой-то миссии благородной. Уже приходится думать о семье, поэтому если гипотетически бы был такой выбор, что мне надо бросить депутатство ради организации какого-то своего бизнеса, и он будет возможен за границей, то, наверное, я буду это делать. Это даже честно. Это честно, потому что, наверное, наша главная миссия все-таки быть счастливыми и сделать счастливой свою семью. В каком-то возрасте человек дорастает до еще более высоких материй и готов положить полностью свою жизнь там, во благо общества. Я, наверное, до таких крайностей еще не дорос. Пока я дорос только до работы в органах местного самоуправления. Так, чекай. А вы потом вырежете и знаете, как в желтой прессе. Депутат Славутинской Мирской Рады выбирает бизнес за границей. Якою якістю вам би хотілося володіти, якби ви були супергероєм? Дивись, такі дитячі питання пішли. Я би хотів бути максимально дисциплінованим. В тебе є з цим проблеми? Да. Несподівано. На інтерв'ю навіть на 15 хвилин раніше. Этого недостаточно все равно. Причем это такая очень собирательная фраза, дисциплинированным не в плане каких-то бытовых вещей, а возможно в плане каких-то таких системных жизненных вещей. То есть я вот, например, настолько люблю свои хобби, что не готов
урезать время свое, которое я на них затрачиваю, и отдать ее, это время, там, работе, например. Вот. А якщо цікавий проект? В плане какой-то такой дисциплины. Ну, это уже возможные варианты, но быть супердисциплинированным я бы хотел. Но я не представляю, как бы это произошло. Наверное, другим человеком становишься с такой... С віком. С такой суперспособностью. Или здесь про какую-то фантастическую имелось в виду? Будь-яку. Будь-яка такая, що ти захочешь? Що тобі не вистачає? Там? Не знаю, хотел бы так руку открывать, а у меня там леденец, и я его сыну на каждый раз. На! Що, прикольно. Іде дитина по вулиці плаче? На. Да. Все говорили, он этот дядька идет, что леденцы раздает. Що вважаєте своїм найбільшим недоліком? Ого, це треба у моєї жени спрашувати. Дзвонок другу. Та, мабуть, я навіть не можу вибрати. Перше, що на думку прийшло. Перше. Саме таке. Дисципліна. Куча, взагалі, куча... Починає забувати російські слова. Вот это кайф. Недоліки. Недостатки. Куча недостатков. Наверное, я бы сказал, какое-то врожденное или профессиональное тщеславие. Например, бы чуть-чуть бы поменьше, там, с десятки хотя бы на семерку его бы подвинул этот ползунок. Мешает реально во многих вещах. Еще могу пару назвать, но... Я думаю, що це наша не остання зустріч. Будемо записувати. Яку середню суму в гривні ви витрачаєте у місяць? Я трачу все, абсолютно все, що зарабатываю. Потому что, вопреки сложившемуся мнению среди населения, работники исполкома получают не так много, чтобы еще не все тратить. Надо суму сказать? Ну, цікаво. Я вважаю, що люди... От чому це питання? Тому що ми сперечались з дівчатами досить довго. Вони казали, що ніхто не скаже, скільки. Я, от, скажу, я не знаю, можна це говорити чи ні. Ну, чого ж не можна? Інформація. Сума яка, раз так. Раз я декларацію подаю, наверное, відкрита інформація. Моя зарплата колеблеться от 7 тисяч гривень в місяць до там 13, примерно так, по-моєму. Я даже не запоминаю, потому что это, в моем понимании, действительно не имеет смысла, ты все равно все потратишь, ну, когда разговор о таких суммах. Поэтому вот всю эту зарплату, естественно, я трачу в месяц полностью под ноль, но по нашей странной украинской, по нашему такому странному українському явлению ми каким-то образом умудряємося в місяць тратити більше, ніж зарабатувати. Це мені знайомо. Заначки є в тебе? Причому я чесно, це може підтвердити взагалі, от любой, хто це посмотрить, я не беру сторонню роботу, як став работать в исполкоме. Но це незаконно і це какой-то дурной тон. А все равно как-то умудряємося тратити більше, ніж зарабатуємо. Скажу чесно, наверное, к моему стыду взрослого мужика где-то помогают родители даже иногда. Ну, что-то такое. Ну, батьки, это же батьки. Да. Плюс я работаю один в семье. Мы решили... Ну, правда, мы это решили в моей прошлой жизни, в частной сфере. Когда работает жена, нам дороже выходит. Вот так. Сумма, ну, скажем так, от 7 до 13. Вся зарплата, вся в трубу. Что там, коммуналка, еда. Діти, цукерка, да. На. Да. Діти – это приравнится коммуналке. Хотя нет. Це навіть дорожче. Хотя нет, коммуналку можно даже не заплатить. Наша коммунальная сфера – это просто уникальная штука. Это райский финансовая структура. Никто больше вам не даст нулевой кредит на бесконечный срок. А коммунальные услуги позволяют людям не платить сколько угодно, и пока, к сожалению, я скажу, к сожалению, и пока за это ничего не происходит. У меня есть огромный долг. Плачу,
повторюсь, плачу все, что есть. Зимой долг накапливается, летом стараемся гасить. Сейчас у меня есть долг коммунальный. Он появился по очень странной причине, я не хочу его озвучивать, ну, потому что там залишимся. Посыпятся шишки не только на меня. Но у меня есть долг, естественно, я его погашу, я не люблю долги, очень не люблю. Но есть, надеюсь, погашу. Відверто. Надеюсь. То есть я ставил себе какие-то... Три крапочки. Да. Я надеюсь, что мы придем к такому... Консенсусу. Цивилизованному миру, цивилизованной жизни, когда... За все придется платить. И я даже надеюсь, что будет такой инструмент, что за определенный долг и определенную системную его неуплату мы будем чем-то расплачиваться. Потому что это касается не только коммуналки, это касается вот и моей непосредственной работы. Сейчас откровенно у нас какая-то анархия происходит. То есть можно там захватить участок земли, побудувати там будинок. Да, ни за что не платить. Мы все знаем о своих правах, но полностью плюем на свои обязанности. Поэтому я не то что боюсь, я надеюсь, что такое будет. И, как правило, такие жесткие условия помогают человеку в этой экстремальной ситуации быстрее с проблемой разобраться. И я уверен, если завтра что-то произойдет, какое-то священное событие в Украине, вдруг заработают все институции, все законы, и мне постучат в дверь какие-то работники суда, скажут: уважаемый, у вас долг, до конца недели оплатить, или вы езжаете с семьей в палатке жить, то я найду способ заплатить. Я найду способ заплатить, я продам что-то со своих хобби. У меня очень дорогие ножи и снасти. Обираючи людей з усього світу, кого би ви запросили на обід? Родителей своїх пригласив би. Ми рідко бачимося. Я живу далеко. Завтра би з удовольствием пообідав би з ними. Или там надо как-то ответить? Ні, це твоє бажання. До тебе питання, як ти забажаєш? Ну, є люди, які... Там из мира науки мне очень интересны те сферы, но если бы я запросил их, пригласил бы их на обед, о чем им со мной разговаривать? А с батьками завжди я про что поразмовляю. Да, я там... Те люди, которые мне интересны, те сферы, я в них примитивный. Если наоборот, то мне не интересно обедать. А с родителям всегда надо время уделить. Я бы пообедал завтра с родителями. Круто. Что там? Вы завжди оптимистичні. Так, тому що існує дуже багато таких, я дуже багато читаю в Фейсбуці, що Дмитро Баглаєв завжди посміхається, завжди йому весело. Подивіться його відео, чому він завжди рже, що з ним? Може засмутити. Я не завжди оптимістичний, як і всі, мабуть, люди, порой склонен к якоїсь депресії, може вона у мене просто коротка. Така. На конфетку. Нет, не всегда, конечно, оптимистичны, но оптимизм – это, пожалуй, иногда надо даже через силу этот инструмент применять, иначе вообще тяжело порой становится. А что тебя может засмутить? Да что угодно. Не просто… Снова русское слово забыл. Вот это уровень. Что-то засмутить российскую. Расстроить. Вообще, может, какой-то пустяк вообще даже расстроить. Ну, например, останнє, что тебя засмучило? Вот останнє. Моя собака меня сегодня расстроила слегка, но это, наверное, не то, о чем вы спрашиваете. В общем, выжимка с этого вопроса. Не уверен, что оптимизм – это какое-то врожденное качество, хотя вполне может быть. Вполне может быть, это набор каких-то характеристик, которые ты приобрел в детстве, вследствие, может, генетики, может, каких-то книг, правильных знакомых. Но оптимисту однозначно жить легче, чем пессимисту. И если уж человек по природе своей пессимист, то, наверное, надо в себе это как тренировку разрабатывать. И для этого есть вполне себе
инструменты, причем законные. Причем законные, без вредных привычек. У меня такой инструмент – это музыка. Я что любишь? Вам, что слушаешь? Останню, от с какой песней ты до нас зайшов, сегодня? Что в тебе играло? У меня играла последняя песня – это проект «Дрезден» Сергея Михалка. Угу. Це Ляпис Трубецького, так? Бывший, бывший, да. Бывший, так. И когда я иду на какое-то событие, я знаю по себе, какая музыка на что меня настраивает. Есть музыка, которая меня настраивает на какой-нибудь шальной лад, когда, возможно, мне надо было сегодня именно это послушать по дороге, раз у нас такой формат. Есть музыка, которая настраивает на какой-то радикализм, на какую-то борьбу. И просто в себе я это отследил, и мой инструмент получения оптимизма, либо правильного настроения. Гарна музыка. Гарна музыка. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу програму. З нами був Дмитро Баглаєв. Дуже були раді тебе бачити. У нас залишилося ще багато питань, і в 2021 році ми обов'язково зустрінемось, і Дмитро обов'язково дасть нам на них відповідь. Дякуємо, до побачення. Еще момент. Во-первых, я должен буду, наверное, сразу сказать, что спасибо, что пригласили. Мы уже немного этого коснулись в одном из вопросов, но информационная политика сейчас становится чуть ли не важнейшим инструментом жизнедеятельности города. И информационная политика внутри, и наружу. Поэтому такие события, как сегодняшнее наше, должно быть чаще, это все на пользу. Это не просто досуг какой-то. А у меня вам подарок. О. У меня вам подарок. Футболка огромного размера от моей политической силы. Но вроде бы девушки дома ходят. У меня была идея набить.